Снова здорово, господа, на связи Роман и канал Freeze and Games. Мы продолжаем Liberated. Я не знаю, понравилась тебе игра или нет. Просмотров на самом деле немножко мало, комментариев практически нет, но мне игра на самом деле зашла, несмотря на то, что YouTube немножко как бы ограничил, пока я не сменил название. Цифровое рабство, к сожалению, как оказалось, нельзя. Потому что там, видите ли, второе слово очень плохое. Поэтому пришлось сменить название ролика. И тогда они пустили его хоть как-то. Мы продолжаем. Тем временем. Аминь, отец. Ребята, надо сделать кое-что еще, пока система в отключке. Тим, пошли. Барри, ты нам тоже пригодишься. Окей, пошли. А куда идем? Спустя некоторое время. Старый добрый комендантский час. Без всех своих игрушек власти собственной тени боятся. Ага. Разделимся. Так будет проще проскочить. Встретимся на углу главной и 11. Ух, просад до 1 FPS был. Хорошо, ну пошли попробуем. Так, я могу прятаться, если что. Соответственно, здесь, скорее всего, будут ребята полицейские или кто-нибудь еще, да? Да, есть, смотри. В смысле? Блять. Вы! Не та кнопка. Я понял, то есть засекает он с достаточно большого расстояния, да? Окей. Это мне надо было отойти назад, спрятаться и потом его подшухерить. Вот он идет. Если я ничего не попутал, там был еще один. Кстати, Сэнфорд Стрит. Да, тут их двое. Блин, а как мне тогда вырубать? Погоди. А я могу его тело спрятать? Допустим. Ладно, второй пусть живет. Аккуратно. Опа, шухер. Нет. О, я слышу рацию. Пожалуйста, оставайтесь дома. Да ну, что-то нет, у меня желания дома сидеть. Бля, я персонажа не вижу. Осторожно, аккуратно. Ага, есть, пошли. А где нумерация улиц? Я не вижу просто-напросто. Нам нужна главная стрит, но она же главная улица. И 11-я. Но вряд ли, чтобы тут главное называлось Main Street, допустим. Или как главное это называться будет. Это за что? А! Да, блядь, а! Чё-то у меня сегодня с кутыешками прямо беда какая-то. Тихо, спокойно, 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 спокойно. Я преследую его, я его преследую. Блять. Не идет. Что-то со мной сегодня явно. Блять, да что ты будешь делать? Ух, спецназовец, нифига, такой непрошибаемый. Ёжик в тумане. Слушай, это жестко. Так, погоди, это прям стелс-стелс. Ну ладно. Я, в принципе, к этому готов. Хорошо. Внимание, разыскивается Барри Эдвардс. Фига себе. Это я, кстати, если что. Есть. Так, пойдем в КТЕ поиграем. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-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 тихо. Это жесткое палево, нет? Он, кстати, за нами не пошел. Он уже и он все еще насыщет или подостыл пока? Не, все, остыл, хорош. Я понял, то есть если нас спалили, мы можем просто-напросто отбежать на безопасное расстояние и попробовать пройти заново. Ну, это хорошо. Опа.
Иди сюда, родной. Бля, ну спецназовцы, конечно, непрошибаемые. Не, возможно, вероятно, вполне может быть, что если я буду ставить хедшоты, то они быстро развалятся, но у них как бы на голове тоже бронешлем одет. Так, тихо. А. С. В. А. Отлично. Ох, сука. Спалил меня, падла. Идет. Самое беспонтовое сзади к нему подбираться втихаря. Почему? Потому что мы двигаемся гораздо медленнее, чем он ходит. То есть вероятность догнать его у нас, ну, просто минимальная. А, ну, стелс, конечно, здесь интересный. То есть перед ним лежит труп товарища, а он как бы в рот компот, да? Ему абсолютно насрать на то, что здесь происходит. Это немного глупо. Да не почему немного, это дико глупо. Вот я ненавижу, когда настолько тупые NPC в игре. Блин, тут спрятаться негде. Придется так душить. Допустим, я пошел. Маленькими такими короткими перебежками. Опа. Это что? Это мне туда же надо? Нет, мне туда не надо. Вот это опасно. Где тут спрятаться можно? Бля, он сейчас обратно пойдет. Я тут пока посижу, подожду. Да? То есть даже так? Но это неинтересно, но так нельзя. Но они должны были меня спалить по всем статьям. Ну как так-то? Блин, вот это обидно было. Не, мне это, конечно, хорошо. То, что мне удалось выжить. Но это же глупо. Это надо как-то переработать. Не слышу рацию. Опа, слышу рацию. Отлично. Иди сюда, братишка. Он сейчас по-любому не дойдет до угла. Ну, естественно. Я так и думал. Жалко, что из-за угла нельзя стрелять. Ага, я здесь пока постою, подожду немножко. Лучше подождать, чем заново переигрывать. Если здесь ведется какая-то статистика, то на статистику мне на самом деле насрать. Сколько раз мы умерли, сколько убили врагов, сколько хедшотов или еще что-нибудь. Глубоко по барабану. Ни в одних играх я особо за это не заморачивался. За исключением некоторых игр, где требуется определенный счет или определенное количество звезд для прохождения дальше по игре. Все. А так, как бы мне на результат, насколько он идеален, в принципе, глубоко и надолго. Ага. Быстро сюда. Приехали. Главный магазин. Ага, это мы зашли. Министр национальной безопасности призвал сохранять спокойствие и пообещал, что правительство своевременно и решительно отреагирует на угрозу террористов. Все личные данные вернутся в систему в течение нескольких дней. Наша страна подверглась нападению. Террористы перекрыли доступ к важным системам, в частности к медицинским карточкам смертельно больных детей. Им, очевидно, нет дела до людских жизней. Ну, здесь вопрос, конечно. Добрый вечер. Вы не в курсе? Комендантский час. Закрыто. Мы пришли увидеться с общим знакомым. Вам что, уши прочистили? Уходите сейчас же. Нам нужно поговорить. Брэндон Чанг. Ну все, звоню в полицию. Поговорите о школе Святой Марты. Семьи погибших должны знать правду.
Опа. Вот это не есть хорошо. Я сказал, съебались. Почему Барри-то сразу? Опа, дэшку просрал. Все, пиздец. В смысле? А это бесповоротно? Да ладно. Ну все, сами напросились. Спокойно, старик, мы уходим. Да ну нет! Да серьезно? Получено достижение. Сын министра. Серьезно? Вот так тупо умереть? Я ебу. При том, что КТЕшка, она со временем вот этот круг, он ускоряется. И я на Д просто не успел нажать. Бля, да как так-то? Ну и... Пиздец. Барри сдох, все. Все, приехали, приплыли. Это первая игра, наверное. Ну вот сейчас не могу просто вспомнить сходу, где ГГ умер. Бред. Ну опять же интересно, зацепило. Это кто-то. Куда-то. Зачем-то. Ну картинки понятно. А можно мне, пожалуйста, с текстовым описанием происходящего? Ага, умыться пошел. Best boss ever. Лучший босс навсегда. Это кофеек, да? Отделение полиции объявило о новых мерах безопасности после теракта в Чайнатауне минувшей ночью. Что за теракт? В результате которого погиб Дюк Страут, сын министра национальной безопасности. Полиция считает теракт политически мотивированным. Соболезнования в адрес министра звучат по всему миру. Алло. Где? Понял, выезжаю. Это детектив, видимо, какой-то, да? Может быть, частный сыщик. Сыщик. Внимание, вход воспрещен. Высокий уровень радиации. Доброе утро, Кэп. Кэп, это капитан. Откуда мы знаем про это место? Несколько дронов упали недалеко оттуда. Я поехал их забрать. Наткнулся на это место. Об объекте ничего не известно, но прошлой ночью здесь ездили автомобили. А что с радиацией? Судя по карте, уровень зашкаливает. А вот счетчик Гейгера, наоборот, молчит. Интересно. Что-то тут не так. Кэп, чертежи. Этого объекта нигде нет, будто он и не существовал. Мы знаем только то, что это был сверхсекретный объект для проекта Манхэттен. Прикол в том, что чертежи, о которых идет речь, в Америке обычно муниципальные здания... чертежи для муниципальных зданий хранятся в общественно открытом доступе. То есть можно в библиотеку прийти, в интернете и в архивах, я не помню. Ну, короче, это можно. Любой человек может прийти и запросить чертежи, не говоря уже о спецслужбах. Вроде ракетной пусковой установки или бункера, сходу не определить. Мы прочесали территорию и обнаружили вот эти ангары. Также есть следы обширной системы туннелей. Входы есть здесь, здесь и здесь. Мы готовы штурмовать, вы только дайте приказ. Они опомниться не успеют. Так, это мы сейчас за другую сторону, получается, играем, да? То есть, если раньше за освобожденных, то теперь наоборот. Мы на месте. Следи за счетчиками Гейгера. При малейших признаках радиации отходим. Отряд Альфа, за мной. Сэр, вам лучше остаться в укрытии, пока мы зачищаем территорию. Допустим. О, о, тихо, тихо, тихо. Эта игра уже пошла. Ага, а вот и я. Так, я могу стрелять, отлично.
Ну, я, собственно говоря, наверное, этой возможностью и буду пользоваться. Е. Оп, отлично, я пошел. Ребятки, вы понизу, я наверх, если что. Бога, как высоко-то. А зачем? Непонятно. Опа. Так, стоять. А-а-а. Точно, точно, точно. Мы же на машине туда спускались, это я помню. Допустим, ну пошли. А здесь куда, я не понял. Опа, здравствуйте! Не, подожди, вот это плохо получилось. Это вот неправильно. То есть я должен был как-то туда спуститься, а как мне спуститься туда без палева? С? Ктрл? Shift? Alt? Я не могу приседать. Блин, а как мне сразу с двумя-то воевать? Ты чего, алё, окстись, проснись. Мало того, то, что я их не вижу, так я еще ничего сделать не могу. Допустим, он где-то там. Ну, он там есть, но мне игра не даст его убить сейчас. Блинский. Разворачивайся. Почему ты не разворачиваешься? Не разворачиваешься. Получено достижение Dead Eye. Мертвый глаз. Ну, допустим, хотя бы так уже что-то. Но к ним, походу, должен был быть проход, да? Он, видимо, есть, но он закрыт. С другой стороны, возможно, его можно было бы открыть. Найден жесткий диск. Так, источник городской вестник. Как бы не особо-то открывается, если честно. Это длиннющая статья, я не хочу ее читать. Мне кажется, она не особо имеет значение. Ага, так, лифты заработали. Я сюда. Ну что тут лифт пидорасит правый? Как-то он с ума немножко сходит. Охренеть, да я на нем не поеду. Мне на нем страшно ездить. Опа! Спокойно. И что? Зачем? Спокойно. Без хедшота, да, но зато реакция. Зато реакция и победа. Жалко, что я тут не могу делать какие-нибудь прокаты, откаты. Опа. Ага. Подожди, а может мне надо было... Стой, подожди. Да, я попробую, наверное... А, мне нельзя... Блядь, и надо было в лифт зайти по-любому, а потом переходить уже дальше. Хедшот. Хедшот. Дабл килл. Это был дабл килл. А это трипл килл. Ага. Не понял, куда и зачем я это открыл. Тихо! Тихо. Сейчас монстр килл сделаю, смотри. Монстр килл. Все, красава, всех отпиздил. Хотя нет, там, по-моему, еще один есть.
Найден жесткий диск. Так, ну это заметка. Это я пока не читаю. Погоди, еще же должен быть вроде как один, нет? Нет, ну хорошо. Опа. Прости, прости, братан. Не люблю со спины вот это вот и самое, но... Надо, по-другому никак. Зачем мне эта хрень? А. Интересно, а в какую мне сторону надо ее тащить? Наверное, в обратку? А куда там запрыгивать? Нет, там есть у нас... А, погоди, вот же. Интересно, смотри, даже головоломки пошли. Тихо, шухер. Блять, промазал. Ага. Так, перезаряжаюсь. Почему не написано, сколько патронов осталось? О, цель. Почините схемы. Выстроите шестиугольники так, чтобы три типа дорожек образовали корректные схемы. Погоди, стой, не понял. Откуда мне вообще надо стартовать? Ага, вот это старт. Так. Допустим. Блин, ну это интересно. Есть. На жопе шерсть. А, все, сделал. Нифига, я молодец, красавчик. Какой-то подвальский открыл. Ну, помчали. Что? Откуда вы взялись, пацаны? Подкреп еще будет? Не, пока нету. Бля, вот это К поджигает, конечно. Я вниз. Погоди, это ж мои... А, это не мы... Или мои? Это мои пацаны? О, ебать, пиздец, пацанам. Минус отряд. Минус альфа. Альфа больше нет. Но это монстр килл по-любому. Это что? Жесткий диск. Так, диск номер 3. Я повторюсь, что я читать это не буду. Если хочешь, то ты можешь, конечно же, зачитать. Потому что там очень много, а я много читать не люблю. Удерживайте шестой экран, сдвигаясь медленнее, вы издаете меньше шум. Так это я как бы в курсе. А зачем мне это сейчас? На лестницу могу? Нет. Выключись, Алиса. Взяла зачем-то, включили за непонятным хреном. Еще и на максимальную громкость. Как меня это бесит. Опа, сзади, сзади, сзади. Откуда? Погоди. Да ну не лезь. Развернись, блядь. Это хедшот был. Так, теперь разворачивайся и отходим медленно назад. Отлично. Хотя по моим меркам я ему стрелял ровно в челюсть. Ага. А, смотри, еще один стоит, гад, ждет, пока я выйду. Хуйца тебе, понял?
Так, погоди, старичок. Не беги, не беги. Очень осторожно, очень медленно. Много врагов. Ага. Хедшотик. Еба, тут бомбы висят. А, ну это проект Манхэттен, да. Так, и что? Не, ну нырять-то зачем мне? Хотя, подожди, а может надо нырнуть? Воздух вроде как у нас беспалевный. Е? Наверху рычаг. Стой, подожди. Наверху рычаг. Как туда попадать? Ну, есть веревка, до которой я не дотягиваюсь. Что-то здесь не так. Где-то я, короче, лоханулся. Это некоторого подобия головоломка. Где-то я, походу, уже лоханулся. А, не, я эту херню сейчас толкаю на лифт. После этого ставлю туда, забираюсь наверх, дергаю рычаг, спускаюсь обратно. Все, я понял. Так и должно быть. Практически. Ну, конечно, если бы я взял бы с собой сразу сундук, то это было бы проще. Сундук. Чемодан, блядь. Какой сундук-то? Это просто Ведьмака только записывал, поэтому у меня все сундук в голове. Оп. Это куда? А, и здесь есть рычаг. Погодите. А какой мне рычаг тогда передернуть? В смысле, а что ты второй раз не прыгнул? А, две двери, нихуя себе. Это поворот. Явно неожиданный для меня. Ну, поехали. Я пока нос почешу. Подумаю о бытие, о проекте Манхэттен, о том, к чему это привело. Не, все, не буду думать. Не люблю думать о плохом. Лучше думать о хорошем. Бля, Кэп, ты можешь ускориться, нет? Получается, у нас команду Альфа вынесли. Мы сейчас работаем в одну каску. То есть у нас не прикрытие, у нас нет подкрепления, у нас нет штурмовой группы, у нас нет ничего. Кэп, по сути, остался один. Ну, на то он и Кэп, все-таки. Звание-то ж ему не за хуй собачий дали. Хуяк? Не понял, зачем это надо было, но тем не менее. Может, чтобы проще было запрыгнуть? Да вроде и так проблем особо нет. Ладно. Я пошел, вылазь. Так, ствол. Тихо, ствол. А тут что-то приедет или где? Еба, ну здесь тайминги, смотри, пошли. Здесь я подожду, малеха. Да ну, по-моему, меня никак не коцает. Ух ты ж! А, не, подожди, мои пацаны тут есть. Докладывай. Рад вас видеть на вечеринке, Кэп. А, за дверью несколько подозреваемых. Мы отправили к ним дрона-подрывника через вентиляцию. Держи, эта штуковина помощнее. О, хорош апгрейд. Управляйте дроном и закладывайте взрывчатку нажатием Е. У вас есть 5 зарядов. Вы
Вы заложили первый заряд, осталось 4. Второй заряд. Третий. Это не настоящая маска. Четвертый. Поехали. Да я по идее всех перебил, но может остался один, но это вряд ли. Мне кажется, там фальшивка была, там был муляж. Маска была, но человека не было. Либо он супер тонкий. Сука, он супер тонкий оказался. Все? А здесь немножко игра нас подъебнула. Почему? Потому что дрон ведь тоже взорвался. Я не знаю, мог он нанести урон или нет, но он тоже взорвался. Аккуратненько идем. Хедшутеры раздаем. Ебаю, сегодня отжигаю. Не, ну за КП, как бы тебе сказать, не интереснее играть, а экшеновее. Вот прям вот чисто перестрелки за перестрелкой. Хотя из-за того не сказать, что прямо мы отказывались от возможности пострелять, но там были прям... Скажи мне, я тебе скажу. То есть там стелс определенно все-таки был. Здесь же нас этот стелс абсолютно не еб... Дурак, блядь. Абсолютно не ебет. Так, веревка. Веревку вижу. Ага. Ой, будь здоров, Рамулька. Опять тайминги пошли. Но это я смогу. Есть, помчали. Давай, 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 старикан, ползи. Отлично. Ну здесь вниз определенно. И давай занырнем, посмотрим сразу, что у нас тут есть. Да прекрати! Куда-то я, по-моему, сильно далеко поплыл. Со спины зайду, прикинь. А вот это я хитрожопый. Так, е. Зачем? А, теперь да, вопросов не имею. Окей, я понял. А насколько сильно вода-то поднимается? Все отлично, поплыли обратно. Ну, то есть это как бы не хитрый ход, у нас по-другому, другого варианта в принципе не было бы здесь. Фигонка, русалка, блядь, пла... Что? Задыхается. Ебать, прикинь, задыхается. У нас, оказывается, есть воздух. Но он просто не отображается. Допустим. Зачем ты спрятал? Я нажал перезарядиться. Хорош. Не поворачивайся, брат. Ага. Блять, неудачно прыгнул, согласен. Очень плохой прыжочек. Опа, тихо. Еще будут, пацаны? Нет, не будет. Е? Угу. Это вернуться обратно. Но зачем? Все, я понял. А теперь мы покрутим вот эту хрень и поднимем еще уровень воды, да? Да. Так, отлично, отлично. Довольно предсказуемо, если честно, но я бы не сказал, что это плохо. Угу. Ну, помчали, занырнем, малеха. Хуяк. Ну вот, поднимать уровень воды здесь я не понял. Мы же вроде как и так до лестницы доставали, или я что-то не... Тихо, быстрей! Вот это было опасно. Ага. Ой, бля! Да подожди, подожди! Блять, надо было спрятаться. Зачем я куда-то побежал? Надо было тупо спрятаться за стенку и все. Ага. Мне бы убрать кого-нибудь из-за угла было бы неплохо. Отворачивайся. И ты отвернись. Отвернись, отвернись. Да почему в эту-то сторону?
Почему он вышел и посмотрел налево? Кстати, нам надо здоровье восстановить. За углом у нас восстанавливается быстрее здоровье. Ага. Так, так, чтобы линии замкнулись. Интересно. Это есть замыкание. А вот с этим как мне быть? Угу. Так, погоди, погоди, погоди. Ебать, я мозг. Я сегодня мозговит. Интересно, что мы играем за противоборствующую, сторону. С одной стороны, это, конечно, интересно. С другой стороны, как-то, ну, неправильно, что ли. В конце-то мы за кого будем играть? Мы достигнем какой-то определенной цели или как? Что? Я ж нажал «Е». Найден жесткий диск. Номер 4. Вот он у нас. Допустим. Тихо, шукер! Автомат, скажу я тебе так, он не мощнее, он просто быстрее стреляет, и все. Но по дамагу он, мне кажется, наоборот слабее. В частности, если шмалить в область тела. Хедшоты-то и так раздаются с одного выстрела. О, это а нет, предпоследняя страничка, глава. Оп. Нет. Я понял. Бля, теперь я выяснил, что воздух-то у нас все-таки кончается. Ну-ка, дедуля, вылазь. Когда я вижу деда с автоматом, я сразу вспоминаю фильм Red. Ну, прикольный, кстати, фильм, мне нравится. И первая, и вторая часть. Хотя первая поинтереснее будет. И это не из-за того, что все первые части лучше. Нет, есть фильмы, где вторая часть лучше. Но, блин, ну не знаю. Как-то, по-моему, во второй они немножко все-таки переборщили. Вот не люблю я, когда в фильмах перебарщивают. Они и так сделали персонажей достаточно такие. Ёбана. И что, они отвернутся сейчас или нет? Или мне тут так на тросе и висеть сутками? Я не могу с троса стрелять. Мне надо было срочно среагировать, серьезно? Бля. Пиздец. Да он пока достанет автомат 3 года пройдет. Ну, правда, я там и затупил немножко. Допустим, я убиваю всех справа. Слева-то мне что сделать с пацанами? Тоже же, конечно же, убивать, но каким хуем? А, ну можно просто убежать. Допустим. Так, пошли в обратку. Ты будешь идти сегодня, нет? Есть. А, ну я туда в любом случае зайти не могу. Я понял. Можно было этих двух пацанов и не ложить. Ну ладно. Сами напросились, нехуй было стрелять. Еще один жесткий диск. Конечно же. Получено достижение Historian. Типа историк, что ли? Ага. Ебануться, я думал, все, пипец, не туда спрыгнул, сейчас разобьюсь к чертям, но нет. Так, мне походу нырять надо. И что? Погоди.
Ну я сейчас воздуха сначала возьму немножко маленько. Отлично. Давай, давай, давай. Вот лестничка есть. Здесь что самое интересное, опять же таки заметь, здесь нету каких-то лишних ходов. Вот, то есть, если есть дверь, то она 100% нужна. Если есть дырка, то она 100% нужная. Если есть рычаг, то он 100% нужный. То есть нету вот именно того, то, что, блин, зашел не туда, сделал не то. То есть именно все так, как положено. Линейность. Да, с одной стороны, это хорошо. То, что ты не паришь себе голову, думая, куда дальше. С другой стороны, это плохо, потому что у тебя нет вариативности. Но я думаю, такой игре вариативность, по большому счету, ни к чему. Тем более, что нам давался шанс, опять же, первую главу закончить по-другому, а именно спасти Страуда, чего у меня не получилось. То есть у нас уже в первой главе, возможно, было два финала. Как дальше будет развиваться событие, я не знаю. Возможно, если бы мы спасли Страуда, то вот этого штурма сейчас бы и не было. Так, их там двое. И заметь, они не шевелятся. Вот теперь шевелятся, конечно же. Блядский в рот наоборот. А если я втихаря сюда к нему подберусь... И те пацаны, по идее, же... Блядь! Да все, он уже выстрелил. Давай, 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 еще чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Эти хорош. Все, теперь те два пацаны должны быть... должны не услышать. Блядь, ну конечно же. Конечно же не услышали. Хуй-то там они не услышали. Ну давай я попробую вас шмальнуть. Как же ебистически поеб... Блядь. А ты можешь в воздухе развернуться и приземлиться уже в другую сторону? Как? Я не понимаю. Как мне туда тогда двинуть-то так, чтобы они меня не спалили? Красца. Опять меня спалил? Да серьезно? Так, давайте телом прикроюсь. Бля, ну я исключительно вниз, я не могу прицелиться. У меня прицел пропадает просто-напросто. То есть вот так вот только. Опа, вот это очень удачно. Вставай, вставай, вставай! Хорош, 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 хорош. Сейчас главное не помереть от какой-нибудь шальной пули. О-о-о. Не, стой, погоди, не буду спешить. Опа. Это жестко. А где? Ага. Так, вентиляция. Как-то ее следует отключить. Тихо. Есть контакт. А можно вопрос, а какого хера полицейские дроны на меня нападают? Их перепрограммировали? Пиздец. Да, блядь, развернись. Не стреляй только по мне. Хотя мог был бы, но почему-то не стал стрелять.
Так, где? Сейчас прилетят. Есть, летят. А чем они стреляют? Лазерами, что ли? У них звуки такие. Тюм, тюм. Там, погоди, там кто-то был. Ага, а я до туда допрыгну? Да, есть. Ага, отлично. Вентиляцию нахуй. Что-то как-то сильно большой... Опа, 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 опа. Погоди, погоди, погоди. А, я туда не попаду, да? Там просто дверь, по-моему, какая-то была. А здесь тупик. Что? Это мы Крыса, прячешься в темноте, распространяешь заразу. Смерть скоро до тебя доберется. А вот и газ пошел. Это ебаненько, конечно. Газ! Ебаный газ! Все на выход, быстро! Ну, то есть помещение было заминировано, да? Выхода нет, скоро земля от вас очистится. Вашему произволу придет конец. Это нам рассказывают, что произошло в школе Святой Марты. Но это мы посмотрим с тобой в следующей серии. Поэтому, если интересненько, то ты обязательно подписывайся. Жду тебя в комментариях. Ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.